Да. Да. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет фикс прайс. Да, я набрала много в фикс прайсе, и сегодня будут у нас просто всякие приколюхи, которые я нашла. Мне интересно с вами их померить, потестить и, в общем-то, оставайтесь со мной. Итак, первое, о чем я хочу сказать, давайте начнем с обуви. Я случайно зашла в один, во второй и увидела обувь. Не то, что шлепки обычные беру там, вот я шлепки беру там к себе в офис, например, взяла, дома взяла. И я люблю, я вам говорила уже, шлепки, тапки, чтобы давать гостям, да. Чтобы они не были тряпочные, чтобы они были моющиеся, да? Это более, более чистоплотно, что ли. Вот, и тут я увидела такие сандалии. Взяла я их исключительно, ну, босоножки, взяла их исключительно, чтобы снять для видео, для вас, потому что здесь уже большой минус в этих босоножек, то, что здесь подошва, вот она, видите, тоже лаковая. У нас, например, в Ростове такая жара, что мы будем оттуда выскальзывать, плюс всегда вот такой передочек, да, он всегда выезжает нога, но особенно узкая нога выезжает. И плюс лак вот здесь вот. Ну все, я думаю, что это неносимо. Но может быть кому-то нравится, может быть для фотосессии, да, вот такая расцветка. Стоит всего 99 рублей. Сделано оно, я взяла какой размер? 38? А, ну да, я же не себе брала, вообще у меня 37 размер, я думаю, почему 38? Я 37, по-моему, не нашла, взяла 38, подумала, что 38 более ходовой, чем 37. Я на себя померю, они вроде ничего смотрятся, а кому-то же я отдам, скорее всего, 38 больше кому-то подойдет. Короче, вот такие вот шлепки интересные. Сейчас померю, покажу вам. Мне кажется, очень даже ничего, симпатичные, но единственное, что очень трудноносибельные, во всяком случае для меня. Дальше я купила малышу мячик. У меня малыш, оказывается, очень любит мячики, у меня у мамы есть мячик. Единственное, что его надуть не так-то просто, нужен какой-то там супер насос, не те, которые в фикс-прайсе продаются. Маленький насос. А вот такой насос хороший должен быть, поэтому я его возьму с собой. Я взяла такой оранжевый, чтобы его можно было везде найти, чтобы он был яркий. Здесь у нас рожица какая-то нарисованная. Дэнь, мячик наиграй. Как с мячиком играют вообще? Малыш не поймет. Ну, короче, надо его надуть, и потому что он всегда, когда мы идем куда-то на площадку, он этот мячик кидает, его если отвлечь, мячик даешь, и все. Так что теперь у нас мячик. Ура! Также я для малыша, кстати, взяла мелки. Давно хотела взять мелки. Вот эти вот стоят они всего 55 рублей. Мячик стоит 50, кстати. 55 рублей мелки разноцветные. И у нас на асфальте, я видела, рисуют. И он прям, знаете, подходит к этим рисовалочкам, что-то там тыкает. И я сразу тогда подумала, что ему нужно взять и на асфальте рисовать. Вообще он у меня любит рисовать, ковыряться в песочнице. Он очень любит руками что-то вот такое вот делать мелкое. Вот. Ну, он сразу, он ему понравилось. Мальчик сразу полез, что-то там. Да? Ну вот сегодня пойдем, будем рисовать. Там есть маленькие, вот это 55 рублей, есть 99 рублей, там более большие. Но мне кажется, это дофига, здесь очень много мелков, они вот такого... Они, короче, большие, разноцветные и толстые. Также я взяла в фикс-прайсе вот такую мышку розовую. В основном там были черные и серые, но я увидела розовую и сразу же хотела ее приобрести. Тем более у меня с компьютерной мышкой вечные проблемы. Вот у меня есть беспроводная мышка, там постоянно садится батарейка через каждые 2-3 дня. Ну, смотря как работать, понятное дело, да? Потом она вообще перестала что-то искать, ловить, хотя мышка дорога. Дешевую я купила мышку с проводами, она постоянно у меня выбивает что-то и не находит ее компьютер. Я постоянно ее переставляю с USB в USB. Думаю, ну раз такое дело, возьму-ка я себе мышку с фикс-прайса и попробую ее. Так что сейчас мы с вами вместе ее будем пробовать. Короче, вот такая прикольная мышка, и мне кажется, что супер-пупер. Что-то цены тут не написано, но у меня есть чек. Чеки тоже ничего не написано, у меня есть другой чек. Ну, 100 рублей она, по-моему, стоит. Сейчас найду. Мышь.
компьютерная. Она мне, короче, досталась 38 рублей. Ну, это, наверное, со скидкой. То есть у меня получился каждый товар со скидкой. У меня же накапливаются баллы там на фикс прайс. И я почти 50% оплатила баллами своими. Поэтому, короче, она, наверное, 77 стоит. Да. Короче, такая прикольная розовая мышка. Вот такая вот мышечка. Очень приятная вся. Вся такая приятненькая. Все нажимается. Крутится. Там, кстати, в некоторых мышках была кривая немножко, это, кружочек. А Денька любит мышки вообще. Я ему даже специально мышку покупала, чтобы он игрался. Дальше. Я всегда радуюсь, когда у меня есть повод покупать вот такие коробочки. Они мне безумно нравятся. Я себе в офис взяла такую коробочку, сиреневенькую, решила взять розовенькую. Кстати, в сиреневенькой у меня чуть-чуть были разные крышка и коробка. Чуть-чуть оттенок отличался. Здесь уже вроде все гармонирует, и она мне очень пригождается, прям в ней лежит всякая мелочевка, скотчи, там всякие бирки, ну все, что мне нужно, да, и теперь вот такой прекрасный розовый цвет у меня есть, я реально радуюсь, когда думаю, мне нужна коробочка, и прям, ай, класс, и когда захожу, начинаю их выбирать, думаю, как хорошо, что я не просто так беру, вот часто я беру что-нибудь, мне просто нравится, не знаю, куда это применять, но я возьму, потому что оно мне нравится. И ощущение радости от этого немножко там 20%, 30% уходит, потому что ты понимаешь, что ты берешь то, что тебе по сути не нужно, но хочется. И когда мне то, что хочется и нужно, я радуюсь. Тут еще такие штуки есть, вон. Держать. Вообще удобно. Дэнь, ну не надо так делать, Зай. Ты не ломай маме новую мышку-то. Дальше, я очень люблю вот такие штуки, я очень люблю организовывать, что это? Это хранение для палочек. У меня есть хранение для ватных дисков, есть хранение для помад, для кистей, и вот новинка в фикс-прайсе, я увидела такую, причем в своем фикс-прайсе на металлургической я забрала последнюю, а потом, когда была в Александровке в фикс-прайсе на Днепродзержинском, то там их было штуки 3-4. Мне кажется, это очень круто. Положил сюда палочки, а отсюда их достал. Они очень красиво лежат, аккуратно, всегда на виду. Короче, такая штучка. Я довольна. И что еще я давно собиралась взять в фикс-прайсе и наконец-таки взяла? Это коврик. Вот такой вот коврик. Я его положу к себе в магазин, в офис, потому что были у меня люди, мои знакомые причем, которые пришли и мерили что-то и говорят, нужен коврик. Я говорю, я не хочу коврик, потому что в коврике собирается всякая грязь, пыль там и так далее. Но все равно, как бы, вот я люблю, например, когда я в примерочной где-то, я люблю мерить без коврика, чтобы там было все. Вот. Ну, кто-то зашел из моих знакомых и говорит, что холодно на полу. Как бы вот развиваешься, да, и холодно на полу, поэтому нужен коврик. Но я решила взять один коврик попробовать. У меня вообще две примерочные, я решила взять один коврик. И вот он более-менее похож по цвету, я думаю, что он будет гармонировать. Здесь такие цвета есть, сиреневый, фиолетовый, розовый. Вот какой-то он интересный. В общем, вообще он для ванны. Но он весь, как бы нет тут резинки, не прорезиненного, он весь вот какой-то, не сказала бы, что для ванны, можно его и для примерочной использовать. Короче, взяла, довольно счастлива. Вот такие вот покупочки, ну, немного покупочек, но, как видите, много новинок и много интересного, да. Босоножки, конечно, нас порадовали. Вот были бы более крутые какие-то босоножки. Кстати, мне кажется, что здесь не очень долговечный вот этот материал, из чего сделанный, будет очень, вы знаете, задел. И все, ну, то есть будет все очень видно. Короче, ну, прикольно, но не качественно и не долговечно, не прочно, да? А, кстати, вот салфетки еще взяла, я говорила, что беру такие салфетки постоянно. У нас причем сейчас выключили воду, и я такая думаю, блин, где я в коробках сейчас буду салфетки эти искать, вот для малого. И вспомнила, что в фикс-прайсе я взяла салфетки, прям как чувствовала, да? Впервые воду отключили, надо узнать, в чем дело. Все, мои хорошие, я была рада показать вам свои новинки, порадоваться. Я, в общем, прощаюсь с вами до следующего видео. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Подписывайтесь, кто первый раз. Обязательно ставьте лайки. Мне будет очень приятно. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Да не прощайся. Че ты тут радуешься? Мама прощается, а ты пока скажешь. Пока. Чуть-чуть.